известный казахский режиссер Мурат Ахманов готовится к премьере спектакля по поэме Мукагалима Катаева «Раимбек Раимбек» в Казахском государственном академическом театре для детей и юношества имени Габита Мусрепова. Как всегда, царит творческая атмосфера. Труппа готовится к премьере. В спектакле задействованы более 70 актеров. Вы даже не знаете, кто за кем выходит, потому что вы все спите. Такое ощущение, что вы у себя дома находитесь. За кулисами мы хотели взять интервью у Асылхана, но он отказался общаться с нами. То ли слова режиссера задели самолюбие молодого актера, то ли звездный статус так влияет на него. Несмотря на это, Мурат Ахманов старается с пониманием относиться к этому. Асылхан только в этом году окончил академию. Во время учебы он уже снимался в кино, сразу завоевал признание публики, стал очень популярным. Сейчас он пробует себя на этой сцене. Юного Раимбека играет Мухамеджан Байзак. По его словам, участие в такой постановке – это большой жизненный опыт. Поначалу мне было тяжело. Я внимательно прочитал поэму. Только после этого мне удалось полностью вжиться в роль. В настоящий момент сшиты только 80% костюмов для спектакля. Но, по словам режиссера, к премьере будет готово все. Итак, 70-й сезон в этом театре будет открыт постановкой «Раимбек Раимбек». Мы с нетерпением ждем премьеру и желаем всей труппе успехов. Мадина Малик, Айша Тулинде, Тимур Башаев, Headliner.